Раз, проверка звука. Итак, добрый день, дорогие друзья. Смотрите, сегодня пятница, да, окончание месяца, поэтому я думаю, что будет что у нас поторговать в феврале. Очень интересно сходили инструменты. Давайте начнем с того, что на данный момент актуально для меня. Да, я напомню, что я торгую российский рынок, да, рынок Форд, фьючерсы. Смотрите, что у нас произошло по паре евро-рубль. Очень красивый канал был, да, отрисован на дневной, это дневной график. Вот, сейчас мы подбираемся к верхней границе, да, то есть выход из этого канала может осуществиться у нас наверх, что послужит хорошим сигналом, и мы можем дойти вплоть до отметки 95-251. Смотрите пристально за этим инструментом, очень хорошо и сильно смотрится, да, то есть от нижней границы сходили до верхней. Если мы будем пробивать, да, район 93-140, 93-400, да, вот в этой зоне, может послужить хорошим сигналом для похода наверх. Точно такая же динамика у нас чуть лучше выглядит на доллар-рубль. Вот у нас тоже был канал, вышли выше, сейчас закрепление проходит выше верхней границы канала, поэтому здесь у нас запас хода очень много, здесь можем пройти тоже вплоть до 81 уровня 81500, да, может, конечно, остановиться, коррекция, все, но путь у нас открыт вплоть до этого значения. Что касается нефти, нефть у нас торгуется на московской бирже один месяц, да, фьючерс, его срок жизни, так сказать. Этот фьючерс был очень неликвидным, да, в плане, вернее, неликвидным, прошу прощения, волатильным, да, то есть простояли буквально весь январь в накоплении. С одной стороны, это плохо, да, потому что не было возможности поторговать, с другой стороны, очень хорошо, потому что накопилась огромная позиция, да, и естественно, что выход из нее будет тоже осуществляться не одним днем, то есть все вот это накопление должно выйти. Посмотрим, как будет торговаться в феврале новый фьючерс, потом, можно сказать, будет уже более конкретно, да, насчет того, куда же все-таки будет распределение выходить, но пока наблюдаем, пока ничего на нефти интересного нету. Смотрите, по золоту тоже стоим в боковике, да, ничего интересного, то есть мы на прошлой неделе говорили, что выйдет выход выше, да, у нас канал был смещен примерно в эту зону, мы смотрели, что вышли выше, вот так, но, к сожалению, движение не последовало, нас опять вернули в канал, границы канала этого немного расширились, то есть они сейчас где-то составляет от 18.70, да, до 18.26. Стоим, ничего интересного, выход объема, середина канала, поэтому здесь торговать нечего. Но смотрим также за выходом из канала, посмотрим, в какую сторону будет реализовано, да, это все накопление. Пока сказать тяжело, потому что ходим от нижней до верхней, да, и обратно. Что касается евро. Доллар. Евро-доллар интересно смотрится. Опять же, на прошлой неделе мы говорили, что если будем пробивать, очень хорошо у нас открыт запас хода вплоть до 1.19. Да? Смотрите, сейчас у нас тот же сценарий, он не поменялся. То есть была попытка у нас 27 числа пробить этот канал, да, вниз, но, к сожалению, не увенчалась она успехом. Вышел повышенный объем, да, вы вот можете увидеть у меня на графике. Сейчас опять пытаемся, наверное, будем опять пытаться тестировать этот уровень на прочность его. Посмотрим, хватит ли у покупателя сдержать этих все объемы, да, накопившиеся. Если же опять мы пробиваем, то очень хорошо у нас открыт канал в плане на пробой вниз. То есть можем рассматривать тогда на открытие коротких позиций. Из интересных инструментов это все, да, будем смотреть, я же говорю, очень пристально будем смотреть, как открываться будет фьючерс февральский на нефть, посмотрим, куда будет выход, это очень интересно будет посмотреть, золото стоит, да, поэтому вот такие идеи у нас на февраль, удачного вам. Надеюсь, что у вас январь был прибыльным. Удачного вам открытия февраля, да, положительных сделок. Вот такой короткий обзор сегодня был. Всем хороших выходных и, главное, не болейте. Всего доброго.